таймера сегодня, прям сразу врываемся, короче, в Хардстоун. Полчаса поиграл, блядь, в обоссанный хаос флиппер. Имею право так я его называть, потому что это пиздец. Потому что это пиздец, блядь, у меня прогресс нахрен до сих пор не сохраняется. Локалар нельзя создать легендарный на Эквенес. Что за наемники? И развивай отряд наемников, сражаясь за награды и славу. Не, я не хочу в этот режим. Я ищу наемников, которые не боятся грязной работы. Это твой шанс впечатлить меня. Не, спасибо, спасибо. Хочу в БГ немножко поиграть. Спасибо, закрыть все. Я хочу в ПГ немножко поиграть. А, у меня даже почти 3К ММР. Так, выкладывать в руку существует Сталран Бобы, его характеристики равны 2-2. Уничтожает ваше существо и намечен запас здоровья, пред его характеристики остальным вашим существом. Я не знаю даже, что будет лучше. А, типа. Давай за Тамсин, я ни разу не играл. Новых оппонентов. Начнем. Ну тут сильнее этого, наверное, нет ничего. Он тоже перерождается, но. А есть вообще драконы? Я даже не посмотрел, что за существо у нас играет. Никому не говори, но я болею за тебя. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Ну это, блядь, очень хорошая карта. Я, наверное, апнусь и возьму вот так. Попробуем на драконах сыграть. Возьмем этого дракоша на следующем. Кажется, ты идешь к победе. Сражение в самом разгаре. Не, я эту хуйню крутить не буду, блядь, сейчас ее вдруг убьет нахрен. Пиздец. Ебать там насыпало драконов.
Ебать, нам драконов насыпал. Похуй, проиграем этот. Похуй, мы сейчас, блядь, просто мега сильные станем. Сейчас у нас два дракона, блядь, ебанутых будет. Просто два ебанутых дракона. Пиздец, завезло, блядь. Наверное, вот так сделаем. Три единицы урон на халяву, блядь. Просто пиздец. Блять, чё бабл повесилась, хуета, блять. Мы, конечно, выигрываем. А нет, мы, блять, в ничью вышли. Охуеть. Блять, надо его заморозить. Короче, как так поживем пока. Три механизма у челика уже. Два дракона. Ну, это дракон говна, блядь, конечно. Ничего, мы тут проиграем, но ничего страшного. Ну еще поживем. Жмурика нам дали. Еще поживем. Я боюсь, что она уменьшает ваше существо с наименьшим запасом здоровья, передает его характеристики остальным вашим существом. Я боюсь, что она убьет этого красного дракончика. А это что такое? Чудовище какое-то у меня там качается.
Ну, с пятой таверны, давай хоть с пятой таверны что-нибудь залутаем. Нахуй я вот эту хуйню взял, блядь. Бля, вот это сильный дракон. Ни одного предсмертного хрипа нет, блядь. Не знаю, но пока, блядь, выгоднее звучит вот эта карта. Не, ну мы тут просрём эту карточку. Я давно не играл в картишки, поэтому похеру. Похеру, похеру, похеру. Я не знаю, как это срабатывает. О. Кого мне нанять, блядь? В пизду от этого избавляемся. От этого избавляемся. Берем это. Может даже так. Не, я полную херь собрал, конечно, но... Еще не поздно переломить ход битвы. Меня вынесли, да? Угу. В семерке, блядь. Я седьмым умер. Ничего страшного. Куда нам дали? Куда мне мотать, далеко? Ты
Маскировка предсмертный хрип призывает отрекшуюся Лилиан 4-2, которая атакует случайного противника. Окей. Тысяч пыли. Я давно уже ничего не собирал, ни на что, ни на чем не играл. Собирать и развивать отряд наемников, сражаясь за награды славы. Чё за наемники? Чё за наемники? Давай попробуем. Играть. Типа против ботов, что ли? Солнце, если на экскурсии срабатывает в случайном порядке. Выбрать этого наемника. Выберите этого наемника. Приготовьте способность. В бою наемники автоматически применяют подготовленную способность. Уничтожить всех врагов, чтобы убить. Типа гвинта, короче, да? Атака наносит противнику урон в ближнем бою, будьте осторожны, при этом вы тоже получите урон. Способность других типов применяется с безопасного расстояния. Так, мне настройки нужны, во-первых. Графика максимальная. Немножко громкость подниму. И все. Тут графика, кстати, как на телефоне, как, блядь, на любом компьютере. У меня ноутбук был. Одна и та же графика, одно и то же. Они не могут это пофиксить. Здесь бой совершается в порядке очередности. Способ с низким коэффициентом скорости срабатывает быстрее. Способность с одинаковым коэффициентом скоростью применяется в случайном порядке. Начнем. Так, а сколько она наносит? Типа 6 урона она наносит? Или это... Или она 3 наносит? Это просто типа коэффициент как раз таки скорости. Она носит 3. Надо бить сюда. А этой бить по двоим. Так. Она по 4 наносит вроде, да?
по две. А он всегда будет его кастовать. Мы только здоровье качаем, что ли? Отлично. Я завербовала третьего наемника в ваш отряд. Прикольно. Зерелла. Понял, я понял. Сейчас секундочку возьму воды. Что она делает? Наемники определенных типов наносят двойной урон друг другу. Заклинатель дает защитнику двойной урон, защитник бойцу, а боец заклинателю. А можно еще раз посмотреть? Я тупой просто. А мы могли ее не трогать, типа, чтобы захилить эту? Или она в следующем матче захилена будет? Быстро и эффективно. Мне нравится. Тебе повезло. Ваш отряд хочет вступить еще один наемник. Громаш, наемник вступил в ваш отряд. Видишь самоцвет над головой цели? Имей в виду, это значит, что с ней будет больше бойцов. Угу. Типа тут два челобот. Три, тут уже четыре будет, да? Не, ну это. Давай громаша попробуем. Что за хуйня?
перед нами. Босяра, да? Босяра, да? Ну, погнали. Не понял, а где мне еще? Я буду сражаться. Я должна... А где у меня еще тип? Пет, аж вот так вот, что ли? Так. Можно было, конечно, ее спасти, но... Ну да, надо было ее спасать все-таки. Могли провокацию кастануть, я думал, ну зачем 4 единицы будем тратить на этот... Почему нам еще одну девочку не дали? И чё? Типа то, что я... То, что они умерли, что ли? Типа всё, я их не могу использовать? С возвращением, наёмник. Эта скромная база станет центром всех твоих операций. У тебя достаточно материалов, чтобы построить новое здание. Сделай это. Можешь использовать монеты наемников, чтобы улучшать их способности. Попробуй. Почему я не могу? Превосходно. Успех или провал операции часто зависит от подготовки. Мне кажется, это очень сильно. Ванесса Ван Клифф, пират. Она что делает?
видишь, работы здесь хватает. Сооруди тут доску с объявлениями, чтобы следить за текущими задачами. И чтобы больше не было сюрпризов. Видать, это была хреновая идея умереть. Надо было все-таки... Очень хорошо. Наши наемники иногда просят помочь им в их собственных делах. Взгляни. Мое терпение на исходе. Давай. А как ее выбрать? Как ее выбрать? Для следующего задания тебе понадобится транспорт. Где этот мантис? Я приготовлю для тебя идеальный транспорт. Органическое четырехприводное ускоряющее устройство. Это лошадь. Я заказывала портал. Чтобы открыть портал, нужно время. А еще дорогие реагенты и талант. Решено. Бери все, что тебе нужно, и в путь. И возьми с собой моношторма. Глядишь, покатаешься на своем пони и вспомнишь нужные чары. Ну да, у меня все те же самые. Моргл. Так, ну это по 4 единицы урона кидает. Ее точно ставим. Давай, Глухаус попробуем. Так у них предсмертный хрип, правда. Не почувствовал. А они все равно даже если не участвовали в бою, да, качаются. Типа, если они в отряде, и отряд побеждает, они все равно получают. Сокровища 10 только на одной карте. Их можно находить после каждого боя. Окей. Спасибо. Пассивный... Эффект. Урон от тайной магии плюс один. Пассивный эффект. Ваши все наемники из Альянса получают плюс два, плюс три. Ваши эльфы получают плюс один. А кто мне из Альянса? Давай чародейский посох. Я не знаю, кто мне из Альянса. Но я предлагаю все зачищать. Мне вообще пофиг. Я хочу и тех убивать. Я какой-то, короче, квиз пазл, что ли, или какую-то игру скачал себе на этот, чтобы немножко умственные свои характеристики поднимать. Давай тем же составом. Че он делает вообще? Что он делает? Наносит 3 единицы урон противникам.
А, это она будет, типа... То есть я могу сделать, чтобы он 4 урона, да, захерачил? А, это пассивка, у нее... Не, подожди. Она на себя пусть приманит. Ну да, видишь, Громаш сидел у нас 2 раунда подряд и качается тоже. Но с противника 2 единицы урона, его следующий способ срабатывает на 2 позже. А, одно сокровище. После... Пассивный эффект. После того, как этот наемник получает урон от противника, носит одну единицу всем противникам. Прикольно. Люди в вашем отряде получают плюс 1-2. У меня все люди. У меня вообще людей нет. Ну только маг, если его можно назвать человеком. Да я думаю вот это взять. А, мы не можем сюда вернуться? Я думал, все защищать можно. Опыт и сокровища, опыт и сокровища. Если честно, я думал, типа, немножко по-другому думал, нежели оно есть. Я думал, можно все зачистить. Ну, тут точно Зирелло. Не, лучше вот это. Ну, эти раны. А это зачем я взял? Не, подожди. Чё она мне дает? А можно ее выкинуть? А зачем тогда кнопка все готова, если я не могу поменять? Я не понимаю, зачем кнопка все готова, если мне не дают поменять? Я типа могу... Так, ну их не пробьют, они нормально себя чувствуют, поэтому... 3 урона поэтому... Сделал.
Ваш существованный кизалянс получает плюс 2, плюс 3. Применяет одну из способностей этого новинка. Дважды цель выбирает случайно. Слепящий сияние также поражает противников по обе стороны цели. А кто из альянса? Как понять? Это вот эти альянсовские, да? Давай чисто проверить, вот. Чисто проверить, кто из альянса, посмотрим. Кто получит плюс 2, плюс 3. Чисто проверить. Мы все равно это проходим. Я понимаю, что мы пассивку там просрали. Так, она... Этот по минус 3 дает... Громаш. Так, ну они, конечно, не убьют, но... Я не понял, что произошло, но я в шоке. Типа, мне какая разница, я мог бы и так. Наносит 4 единицы урона, получаем урон от темной магии. Получает урон от темной магии. Громаш с нами так-то. Пойдем. Не, подожди. Но же тут всякого открывалось. Про
Проходить обучение. Ну давайте за обучение. А, мы еще не прошли обучение? Я не знаю, зачем тут сейчас карты и паки, если есть БГ. То есть я обучение еще не прошел, так понимаю, да? Наше поселение заглянул бродячий торговец. Помоги ему устроиться и взгляни на его товары. Получите подарок для новичков бесплатно. В каждый комплект наемников входит 5 предметов, в числе которых могут быть наемники, монеты и портрет наемников. Каждый комплект гарантированно содержит одного наемника редкого или более высокого качества, пока не будут собраны все наемники соответствующего уровня качества. Время действия ограничено. А. Не, спасибо. Комплект наемников, новинка. Мы за 100 этих можем покупать. Не знаю, стоит ли тратить голду на это. А это что? Ведьмин лис. Чего, блять? Я так полагаю, это что-то крутое, да? А почему это? Типа легендарно. Пирожок. Ты делаешь успехи. Проверяй доску объявлений, чтобы быть в курсе новых заданий. Как увидишь что-то интересное, собирай отряд и берись за дело. До скорого. А чё у меня тут? Всё, у меня нет ничего. Зачем ты мне тут? Зачем подсвечиваешь? Добро пожаловать в режим наемника. Приключения ждут в новом режиме с постоянным прогрессом. Собирайте легендарных героев и злодеев Азерота. Организуйте команды, выполняйте поручения, сражайтесь с другими игроками и развивайте лагерь. Удачи. Прибыли наемники из Альтеракской долины. Эти ветераны никогда не отступают. Добавьте в ваш отряд новых наемников из Альтеракской долины и укрепите боевой дух команды. Спасибо.
На горизонте показались драконы. Нам доложили о появлении таинственных драконов. Обратите взор к небу, чтобы обнаружить могучих драконов и добавить их в вашу команду наемников. Теперь в лагерь можно вывести новую постройку, позволяющую наемникам накапливать опыт, пока вы выполняете поручение. Уже в игре поручение в Альтаракской долине. Готовы сражаться в снегах. Наденьте ботинки потеплее, отправьтесь в горы Альтарака и изловите опасных злодеев. Арена, точка перехода, тренировочная площадка. Победите барака Кадобоя в степях. Окей, барак. Барак. Где тут барак? А где барак? А, вот, наверное. А где снаряжение готовить, я забыл. Это такое. Король лич, все готово. Ну это она с громашем будет качаться, она типа не будет качаться просто. Вот это очень сильная карта. А, вот так надо, я понял. Кок-пирожок. Наносит противнику 2 единицы уровня добивания и дает союзникам плюс 3 к здоровью. Не знаю, стоит ли не стоит это. Готово. Ну тут хорошо. Так, пока посмотрим. Зирелла, ведьмин лис. Наносит 3 единицы урона. Серия заклинаний тайной магии вместо этого наносит 6 единиц урона. Анафема, это что такое? Я думаю, Зиреллу брать. Моношторма и... Демонов у нас нет. Может, ее взять вот так. Так, у нас
Да мне кажется, не надо эту херню брать. А не, по сути, нам нужен второй зеленый. Тогда вместо этой, блин, тогда Громаша берем. Давай попробуем таким составом сгонять. А вот это, короче, выигрываем и заканчиваем стрим опять. Второй стрим подряд сегодня будет быстрым. Ну, случайно обратим курон ровно своей атаки. Короче, не один раз, это, короче, ты типа раскапываешь и играешь в нее. Ну, попробуем так сходить. Пассивный эффект не получает критический урон. Ваши существа новенькие из Орды получают плюс 2-13 противникам урон, равный атаке этому. Лучше вот так, наверное. Я думаю, опыт и сокровища нам важны. Призвать Гену. Три в конце хожу. Я должна узнать. Have the feeling that we're sinking.
Я его захилил, но не повезло, не получилось. Мне кажется, вот это будет получше. И что? Воет и воет. А, она сдохла с концом, короче. А где посмотреть, кто против кого воюет? Так, против синих идут зеленые. Нет, я хотел убрать его.
Пошел, как говорится, нахер. Шанс впечатлить меня. Зелененьких мало, да? А может типа пиратов собрать туда-сюда, да? Вот это мы получили. Мастер Каю. Готовь снаряжение. Получает плюс один к здоровью, такой противник. Если это боец, вместо этого получает плюс 3 к здоровью. Ладно, всем до свидания. Такой небольшой стримчанский. Вечером, скорее всего, уже не будет, но так получается, что получается вот так. Ладно, пока-пока.